Здравствуйте! Сегодня мы разберем типы штатных кнопок автомобиля, используемых в системах «Призрак» для ввода пин-кода. В наших охранных и противоугонных системах используются следующие типы кнопок. КАН-кнопки, аналоговые кнопки и цифровые кнопки. Первый тип кнопок – это КАН-кнопки, используемые в основном на европейских и американских автомобилях. Данные о нажатиях таких кнопок поступают по шине КАН. Это самые удобные кнопки при установке систем, так как никаких дополнительных подключений производить не требуется. Второй тип – аналоговые кнопки. В основном это рулевые кнопки на японских и корейских автомобилях. Эти кнопки объединены в группы и соединены с каким-либо блоком автомобиля, которым они управляют, например, магнитолой, по двум проводам. Первый – с положительным потенциалом, на котором изменяется напряжение при нажатии на какую-либо кнопку, и масса, относительно которой измеряется это напряжение. Нажатию на каждую кнопку соответствует определенное напряжение на положительном проводе. Его и видит призрак, когда автовладелец нажимает какие-либо кнопки, например, при вводе пин-кода. Для измерения этих напряжений необходимо применение элементов аналоговой электроники. Подключение к таким кнопкам производится посредством аналоговых входов. Поэтому и кнопки мы называем аналоговыми. Третий тип кнопок – это цифровые кнопки, или по-другому их называют дискретными. Это классика жанра. Такие кнопки есть практически в любом автомобиле, также они могут быть дополнительно установленными. При нажатии на такую кнопку электроникой автомобиля производится коммутация либо положительного потенциала плюс 12 вольт, или масса автомобиля 0 вольт. Вследствие этого такие кнопки получили устоявшиеся названия в среде установщиков «положительная» и «отрицательная» кнопка. Для подключения к таким кнопкам в системах «Призрак» предназначены цифровые или по-другому дискретные входы. Они фиксируют нажатие кнопок по двум состояниям – 0 или 1, как в цифровой электронике, поэтому и называются цифровыми. Система «Призрак» может работать со всеми типами кнопок одновременно. Например, одну часть пин-кода можно назначить на цифровые кнопки, а другую на аналоговые. Для использования аналоговых и цифровых кнопок необходимо дополнительное подключение и настройка. Об этом я подробнее расскажу в следующих выпусках. В системах «Призрак» используются три типа кнопок. Цифровые, так как выдают 0 или 1, то есть массу автомобиля или бортовое напряжение. Аналоговые кнопки, так как напряжение при нажатии на кнопку может быть любым. КАН-кнопки, так как информация о нажатии таких кнопок присутствует в шине КАН. На этом все. Техподдержка для вас. Звоните.